Дарья Клишина выступит на Олимпиаде. Спортивный арбитражный суд встал на сторону российской прыгуньи в длину. Ее допустили до соревнований. Судьи более 4 часов спорили, позволить ли россиянке выступать в Рио или нет. В результате удовлетворили ее апелляцию на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Та, напомню, отстранила Клишину от игр. Дарья была единственной нашей легкоатлеткой, допущенной до Олимпиады, поскольку с конца 2013 года живет и тренируется в США. Но вдруг в субботу в этой организации заявили, что Клишина отстранена. Причиной стала некая новая информация. Как позже выяснилось, на пробирках ее допинг-проб нашли царапины, и ее тоже заподозрили в подмене. Дарья подала апелляцию, и вот сегодня все решилось в пользу российской спортсменки. Дарья не имеет отношения к царапинам на пробирках с допинг-пробами. Она чистая спортсменка. Она вне допинговой системы. Вопрос стоял о том, может ли выступать кто-то абсолютно чистый. И приводились аргументы, что система была настолько коррумпирована, что никто не может быть допущен. Даже в том числе и Дарья, которая безупречно чиста. В России решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций об отстранении Клишиной назвали бесчеловечным и выходящим за рамки здравого смысла. По словам главы Олимпийского комитета Александра Жукова, это циничное издевательство. А министр спорта Мутко назвал его очередным свидетельством кампании, развернутой против российского спорта. Надеемся, что вся эта история не повлияет на выступление легкоатлетки. Квалификационные соревнования по прыжкам в длину начнутся в ночь на среду. А финал в ночь на четверг по московскому времени.